красивую тату, опять себе набью. Сделай больнее, мастер, я классику хочу. Красивую тату, опять себе набью. А те, кто против, пусть делают тату. Ты необычный ман, не слушаешь маман. Пусть батя лучше скажет, что сына хулиган. И молча пожалеет, что не украсил будни красивыми моментами, крутой наколкой грудь. Ведь наше время, это так уже обычно. И даже у мадам под шортами есть птичка. Напишу еще немного про тату, испачкаю тетрадку чернилами свою. Еще немного кожи испачкаю, наверное. Ведь лучше быть цветным, чем просто бледным. Я иду по улице, как светофор. Меня так лучше видно, с татухой я мажор. И раскачаю вас своей телегой этой. Хочу, чтобы у каждого на теле было лето. В душе весна, на сердце эта песня. Короче, я закончил, всем респект. Красивую тату опять себе набью. Сделай больнее, мастер, я классику хочу. Красивую тату опять себе набью. А те, кто против, пусть делают одну. Красивую тату опять себе набью. Сделай больнее, мастер, я классику хочу. Красивую тату опять себе набью. А те, кто против, пусть делают одну. Я сделаю красиво еще один куплет про то, как надо жить. Ведь жизнь один момент, бегут часы, минуты ждать не будут. Оставь на теле память, и тебя не забудут. Подумай о хорошем, рисунки любят тёлки, детишки тоже любят прыщавые девчонки. Не эконом деньжат, ведь хочешь ты шедевр, чтобы бродить по улице без майки смело. Искусство стоит денег, я это сам прошел. От непутевой надписи, да, очень хорошо. Короче, что грузить тебя, ты и так понял. Чтоб быть крутым, не нужно экономить. Забей на принципы, возьми второй кредит. Но только помни, сын, одной не будешь сыт. Захочешь повторить, испачкать свою кожу. С рисунком выбор, делай осторожно. Красивую тату опять себе набью. Сделай больнее, мастер, я классику хочу. Красивую тату опять себе набью. А те, кто против, пусть делают одну. Красивую тату опять себе набью. Сделай больнее, мастер, я классику хочу. Красивую тату опять себе набью. А те, кто против, пусть делают одну. Красивую тату опять себе набью. Я классику хочу. А те, кто против, Сделаю одну. Ну не один, а всякий рисунок. Не каждый поймет, соглашусь. Мама моя, например, говорит, да ты что? Да как можно? А мне ни один человек ВКонтакте не написал, что ой, там, зачем? Ну, я имею в виду вот именно в комментариях, или там, тебе там не идет, все круто. Нет, бывает так, что значит только. А зачем никто не написал? Ну, блин, нормально. И вот так тебе ходить до конца месяца. Нет, недельку.